Нефть будут добывать из горных пород Ачимовской и Юрской толщи, которые сформировались 145 миллионов лет назад. Данные запасы относятся к трудноизвлекаемым. Завершить проект нефтяники планируют до 2024 года. Происходит бурение колонн направления, потом кондуктора, и уже бурится сама экспедиционная колонна. Также там есть разные виды скважин, горизонтальные, наклонно направленные. Относительно недавно мы начали его активно развивать, выкупили его. Вот до этого там только было несколько скважин разведочных. И когда разведка закончилась, начали уже вот, сформировали список кустовых площадок, скважин, которые будут буриться и осваиваться. Вот, и активно развивать мы это месторождение начали в течение года.